Всем приветики! Я сейчас хочу поделиться, как я кормлю собаку. Собака у меня Джек Рассел Терьер. Он на натуралке. Вернее, наверное, правильно будет сказать, что на смешанном корме. То есть дома я его кормлю только натуралкой. Это не объедки со стола, как некоторые думают. Это мясо, крупа и овощи, которые я готовлю специально для него. Трампу не очень нравится есть овощи и какую-нибудь там гречку, поэтому я делаю для него смузи. Там смешиваю все: вареную морковку, вареную там гречку и мясо, либо печень, либо сердечки. Ну, субпродукты я ему даю. Больше всего ему нравятся желудочки куриные. Вот, сейчас покажу, как я это готовлю. Вот у меня есть упаковка желудочков. 400-500 грамм, в зависимости от производителя. И такую упаковку я разделяю на 2 дня. Сначала обвариваю, либо замораживаю и потом размораживаю. То есть собаки, чтобы убить в еде всякие возможные в мясе микроорганизмы, ненужные собаки, нужно либо заморозить и потом разморозить и давать свежеразмороженную еду, либо обварить и в таком виде давать собаку. Я делаю через раз. Сегодня вот буду варить вот эти вот куриные, получается, куриную печенку и смешивать в смузи с вареной морковкой и гречкой. Все это у нас вместе закипает. И когда закипит, буквально 2 минуты я это варю, чтобы точно убить всех микробов. И потом даю остыть. Чтобы гречка собаке лучше заходила, я ее варю на бульоне от свежесваренного для него же мяска. Ну или не для него, там как пойдет. Вот. И в таком виде гречка ему заходит очень, очень хорошо и радостно. Так, ну вот, у меня уже все остыло. Гречка, морковка и печень. Сейчас я это все в блендере превращу в адский смузи, и будет у Трампа еда на 2 дня. Вот у меня получился вот такой адский смузи, похож на самом деле на паштет. Ну, печеночный паштет, собственно, практически так, как он и есть. Гречку клала в блендер с самого верха и фактически перемешалась в блендере, перерубилась печень и морковка, то, что Трамп печень любит больше всего из этого всего набора, а морковку не любит. Поэтому главное, чтобы они перерубились и чтобы он все это все вместе съел. Иди кушать. Вот. Радостно жует.